На площадке Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 19 июля стартовали внутренние вступительные испытания по направлению рисунок для абитуриентов Института дизайна и пространственных искусств. В этом году у нас количество поданных заявлений значительно больше, чем в прошлом году. Поэтому мы немного переживаем за как раз проверку работ. Проверка и онлайн, и офлайн. Здесь у нас работает квалифицированная комиссия, но мы думаем, что им предстоят вот эти вот 3 дня очень насыщенных и плотных, потому что от того результата, от того набора будет зависеть весь наш год, с кем мы будем работать. Для нас это очень важно. Творческий экзамен по рисунку абитуриенты сдают за мольбертами, которые вместе с бумагой представляет сам институт. Параллельно с очным экзаменом абитуриенты имеют возможность проходить вступительные испытания в дистанционном формате. Часть ребят сдают онлайн экзамен через систему «Экзамус». Им также предоставлено время 4-5 часов, и мы ждем результаты. И с большим волнением мы ждем, чтобы не подвела система. В данный момент у них тоже проходит рисунок параллельно. Творческий экзамен для тех, кто собирается поступать очно и очно-заочно, продлится до 20 июля. Те, кто планирует обучаться заочно, сдадут экзамен по рисунку 3 и 4 августа. С подробным графиком проведения внутренних вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. Напомним, прием документов от поступающих в КФУ по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний продлится до 25 июля. Елизавета Никитина, Никита Акиньшин, Универньюз.